Программу концерта продолжат два концерта для клавесина, струнного оркестра и баса «Континио». Сегодня в первом отделении мы уже слушали концерт «Ми-мажор», который считается переложением утерянного гобойного концерта Баха. Сейчас мы услышим концерт номер 3 «Ре-мажор», переложение баховского концерта для скрипки с оркестром «Ми-мажор». В концерте три части, аплодисменты между частями не предусмотрены. Thank you.
Завершит программу вечера концерт Иоганна Себастьяна Баха номер 1 ре минор для клавесина струнного оркестра и баса континио. Это произведение считается переложением одного из утраченных концертов Баха для скрипки. В произведении три части, аплодисменты между ними не предусмотрены. Thank you.